Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 11-го каталога Faberlic. Посмотрим, какие же новиночки нам предлагает компания, подумаем, что мы будем выбирать по купончикам, и оставлю, конечно же, свои отзывы, сводчи на самые интересные продукты. Итак, поехали. Если вам интересно, девчонки, пишите, я сниму вам в первый день действия каталога коротенький ролик, как эти купоны применять, потому что я знаю, что новички, допустим, многие девчонки не сталкивались еще с ними, даже не знают. Хорошая скидка будет на помаду бальзам из линейки Glam Team. У меня есть оттеночек, девчонки, 406-93, вот этот коралловый. Мне нравится помада. Она на самом деле классная. Она на самом деле бальзам. Вот в стике она выглядит ярко-оранжевой, да, а на губах вот такой вот очень-очень красивый, освежающий летний цвет. И это достаточно насыщенный бальзам, скажем так, то есть это, в принципе, полноценная помада. Здесь магнитный колпачок, класс. Мне вообще линейка Glam Team очень нравится. Поехали дальше. Новинки прошлого каталога. Устойчивая подводка маркер для глаз. Вот ее, кстати, можно будет взять по купончику. Она так у нас будет 329 рублей, да, а по купону 225 получается. Смотрите, девчонки, у меня есть оттенок. 56-85. Фокус не хочет. Вот он. И он как есть в каталоге, в принципе, такой вот, знаете, красно-ягодный. Он такой и есть. Сейчас тоже сделаю вам сводч. Очень красивая подводка, красивый оттенок именно красного. Не кричащий такой, не какой-нибудь там малиновый, а вот именно свеженький такой, тоже очень красивый. И коричневый оттенок, артикул его 5789, тоже очень классный. Пользуюсь на ежедневной основе с превеликим удовольствием. Видите, как тоненько рисует. Подводки по типу Stay On. Только цветные. Прям нравится вообще. И не сохнут. Вот коричневые у меня уже давно пару каталогов. Поэтому вполне достойный продукт. Ну и вот как раз наши купончики. То есть смотрим, сколько у нас их в личном кабинете. И на втором шаге в разделе промо-акции применяем их. Достаточно выгодно применять на парфюмы, которые вы любите. Ну, допустим, вот на этот парфюм не выгодно, потому что на него и так 60%. От черной цены он будет стоить 800 рублей. По каталогу получается даже дешевле. Да? Пур-ту-жур тоже невыгодно. Смотрим, какой парфюм нам надо именно в данный момент. Смотрим парфюм, на который скидки не бывают, да, и выбираем. Потому что часто очень в каталогах бывают скидки гораздо больше, чем по этим купонам. Я не очень их люблю, если честно, потому что они практически бесполезны. Отличная цена будет на экспресс-корректор для кожи вокруг глаз. У меня такой есть. 199 рублей, еще не видела такой цены на него. На Beauty Lab вообще линейку бывают редко скидки. Он неплохой, вы знаете, он, конечно, сильных проблем не решит, но неплох. Он достаточно жидковат, скажем так, и когда вы его в первый раз наносите, растушуете там бьюти-блендером или пальчиком, кому как удобнее, он потом через несколько минут может скатываться в складки, забиваться. Вы его поправили, и больше он в течение дня не будет скатываться. Но для меня он, допустим, хотя особых проблем у меня нету, он такой вот какой-то прям жиденький. Хотелось бы какого-то средства поплотней, особенно для кожи вокруг глаз. Если кому-то надо скрыть синячки, то нужно что-то, конечно, поплотнее. Новинка из серии Salon Kia, из моей любимой, умный кератин. У нас будет сыворотка для секущихся кончиков. Буду обязательно брать, будем с вами тестировать. По купону не очень выгодно, всего лишь на 20-30 рублей будет дешевле. Шампуни с бальзамами, ну, тоже 49 рублей выгода, да, нам набор предлагают за 449. А если мы возьмем их по отдельности, каждый стоит 400, пополам будет 200, то мы отдадим 449 рублей выгоды. А вот средства, восстанавливающие филлер, не смывающий мист, их выгодно, да, если нам компания предложит их, по 230 рублей они будут вместо 349. Плюс еще ваша скидка к этой цене. Поэтому, в принципе, купончиками иногда пользоваться выгодно. Компания наконец-то выпустила расчески. Это вообще на самом деле круто. У меня таких расчесок много. Я, скорее всего, возьму вот такую круглую, чтобы укладывать челку, чтобы укладывать кончики. И посмотрим с вами, насколько они хороши. Краску пока брать не буду. Не хочу больше жечь волосы совсем. Классная цена будет на средства Faberlic Expert Pharma. Я буду брать разогревающую маску против выпадения волос. 199 рублей. Для нее хорошая цена. Если по купону, 150.
50, да. А также эти средства не очень большая выгода здесь. Маска, кстати, разогревающая, классная, действительно разогревает и также ухаживает за волосиками. Они после нее мягкие, очень нравится. Давно жду на нее скидку. Появляется сияющая эмульсия для тела в линейке Океану. Будет она не очень бюджетная, но можно взять будет ее за 300 рублей, если купим еще какое-то средство из линейки Океану. Я пока брать не планирую, потому что для меня эта серия уходовая схожа с Weekend. И останавливаюсь я на Weekend. Если будем брать по купонам, то достаточно выгодно. От белой цены получается 550 рублей вместо 800, да, кто хотел морской эликсир. Также пробуждающий крем, он будет у нас 750 рублей по купону плюс скидка вместо 1000. Вот эти средства выгодны, на них бывает редко скидка, и если давно хочется попробовать, то почему бы и нет. Выгодно будет брать крем с жемчужным эффектом 225 по купону вместо 400. Здесь не очень большая выгода. Карбокситерапию будет достаточно выгодно брать. Набор с первых двух шагов 450 рублей вместо 700. Кислородная маска 250 вместо 379. Средства из линейки Beauty Lab будет брать выгодно тоже. На них редко бывает скидка. И если мы захотим с вами взять маску Detox для лица, то она у нас будет 250 рублей по купону вместо 379, да, по каталогу. Новинку вот эту брать, девчонки, не хочу. Сияние, во-первых, дорого, а во-вторых, я не очень люблю такое сияние на коже. Здесь всего лишь 30 мл, 800 рублей, а по купону будет 600. Все равно это дорого. Но знаю, есть поклонники у этой линейки. Вот Кварио хочу вернуться, но тут опять, смотрите, эликсирчики у нас и так по каталогу со скидкой 40%. То есть два сияния антистресс, смотрите, да, интересно, 400 рублей аквалифтинг и от морщин 329. Вот я хочу как раз аквалифтинг, потому что он самый крутой, мне очень нравится зеленый. Прям обожаю его. Если взять по купону, он будет 200... Сколько? 275. Ну, чуть-чуть дешевле. Но я посмотрю, потому что не знаю, куда применять купоны. Может быть, и на такие товары тоже применю. Линейку Weekend тоже. На нее не всегда далеко бывают скидки, акции. Будет выгодно брать по купонам. Если мы захотим сыворотку для лица, она будет стоить у нас 325 рублей по купону вместо 500 по каталогу. Также и со всеми другими средствами, да. Только увлажняющий гель для лица у нас будет дешевле, чем по купону в этом каталоге. И средства вокруг глаз. Хорошее, кстати, легенькое, мне очень нравится. Серия Биомика. Здесь у меня есть любимчик. Это маска, вот эта восстанавливающая маска сливки. И она у нас будет за 200, за 300 рублей, а по купону ее можно будет взять за 200. Возможно, воспользуюсь и пополню запас масочек. Маска мне это очень-очень сильно нравится. Она прям здорово увлажняет кожу. Матирующий крем на лето, я повторяюсь из раза в раз, потому что все равно девчонки под видео спрашивают. Матирующий крем на лето для жирной комбинированной нормальной кожи из линейки Кислородный баланс дневной, девчонки. Его можно будет за 150 рублей взять по купончику. Так, хотела здесь про гамаш. Мне очень нравится гамаш, девчонки, вот этот. На него крайне редко бывает скидка, и вообще в последнее время его редко показывают нам в каталогах. То есть за 175 рублей можно будет взять гамаш. Может быть, тоже потрачу купончик и возьму гамаш, потому что он крутой. После него кожа как будто дышит, есть на коже такой холодок. Мне безумно нравится из этой линейки кислородное дыхание. Наверное, мне только и нравится кислородный гамаш. Все остальное, к сожалению, не очень подошло. На Блум я останавливаться не буду, потому что не очень люблю эту линейку. Дальше возрастные крема, если они нам нужны, тоже смотрим. Вот, допустим, да, маска Скульптор для шеи и декольте 60+, 400 рублей по купону, 600 рублей без купона. Обращаем на это внимание, обращаем внимание на то, что в каталоге бывают гораздо большие скидки, чем по купону. Но все вот эти дорогие крема, если вы давно хотите попробовать, то как раз вот настал тот момент, когда можно на них потратить свои купончики, порадовать себя. Например, взять гель-скатку ICOL за 325 рублей вместо 500. Гель-скатка обалденная. Расход у нее большой. Здесь 100 мл. В смысле маленький. Ее хватает очень надолго. Мне кажется, на год вам хватит точно. Потому что такими продуктами мы пользуемся раз в недельку. Этого достаточно вполне. А можно по купонам будет взять маску мою любимую антиакне. Она будет у нас по купону 135...
Нет, 150 и 35, 185 рублей вместо 279. Но эта маска, которая здорово очень сужает поры и вычищает их, есть у нас в Фаберлик-клубе за рубль. Этот эффект временный, но все равно того стоит. Почистить поры, кстати, я ее сейчас использую как умывалку, наношу на щеточку для умывания вот эту маску и умываюсь. Мне так прям даже еще больше нравится. Будет хорошая акция на линейку Вербены, из нее мне безумно нравится мицеллярная вода, которая абсолютно комфортно, не щиплет глазки. Любые два продукта можешь взять с 95 рублей. Маски мне вот эти девчонки совсем не нравятся. Вторая маска будет за 49 рублей, если первую купите почти за 200. Буду пополнять запасы санитайзеров, да, возьму вот такой вот дезинфицирующий гель обязательно. Мне понравился он. Крем Винотоник будет у нас как бонус за покупку. Мы будем его выбирать на втором шаге оформления заказа. Не сразу убивать заказ, а на втором. Если заказ от 500 рублей, то он будет за 105 рублей. Неплохой продукт, девчонки. Знаете, он на меня как-то вначале произвел вау впечатление, потому что охлаждал. Потом почему-то перестал охлаждать. Но усталость ног все равно снимает, поэтому нравится. Кто хотел парфюм от Юдашкина по купону, может его взять за 1250 вместо 2000. Тоже относится и к Ренате. Такие дорогие парфюмы, на них редко Фаберлик бывает скидка, поэтому вот уместно брать, конечно, по купончикам. Что касается всей линейки Glam Team, то на нее крайне редко бывают скидки, точнее, вообще я не видела. Вот сейчас первый раз на помаду бальзам. И здесь тоже можно применить купон. 275 рублей будет стоить губная помада вместо 359. То есть все равно небольшая экономия. Подарочный пакетик, кстати, классный появился. Я на него внимания что-то раньше не обращала. Блески, жидкая матовая помада тоже можно взять немножко подешевле. Так же, как и вот эти туши. Но здесь не очень большая выгода. 225 рублей будет 299 по каталогу. Моя любимая тушь, удлиняющая скретч-тушь для ресниц, вот эта вот малиновая. Ее можно будет взять за 225 вместо 399. Появляется у нас новиночка, девчонки, и я думаю, что классное тональное средство для лица с маслом чайного дерева, всего 300 рублей, по купону за 200 можно будет взять, матовый финиш, и это здорово, эффект софт-фокус, это тоже классно, но я не пользуюсь тональными средствами, летом точно, а зимой, посмотрю, может быть, возьму. Если есть пробник на это средство, я бы вот вам с удовольствием пробники взяла и, конечно же, сделала бы обзор. Посмотрю. Ну, вообще, новинки, у новинок пробников практически не бывает. Так, смотрите, что касается вот этих теней. Они у нас тоже бывают редко по скидке. Кто давно хотел взять, можно будет их взять за 425 рублей. То есть больше 200 рублей экономии получится. Достаточно выгодно за такую палетку. Цена совершенно небольшая. Тут у нас новинки для путешествий, и я прям вот что-то засмотрелась на вот эту вот сумочку, не сумочку, да, косметичку. Я хочу как косметичку ее применять. Это косметичка для путешествий, мне кажется, она удобная будет очень для дома. И цена небольшая, то есть 600 рублей, по-моему, такие вещи нам по купону не разрешают брать, если разрешат, я буду очень рада. 600 рублей минус скидка за 400 с чем-то рублей, такую вот функциональную вещь, я бы прям туда косметоса наложила и висела она у меня бы в ванной, красота. И вот это очень тоже удобно, набор емкостей в косметичке для путешествий. Смотрите, 4 емкости, какие-то с распылителем, какие-то просто с крышечками. То есть можно даже баночка одна переложить свои любимые средства и взять их с собой в дорогу или вообще там на работу носить или еще куда-то. Удобно, удобная задумка, подумаю, может быть, наберу себе. Достаточно выгодно будет применять купоны на средства для интимной гигиены, то есть 150 рублей оно у нас будет. Хорошая скидка. И вот долгожданная новинка, которую прям давно хочу попробовать, видела анонс, потому что есть у меня такие, как сказать, есть у меня повреждения эмали, которые, конечно, хотелось бы восстановить. Написано здесь вообще шикарно, я не думаю, что будет так, но надеюсь хотя бы, что будет хоть как-то. В общем, будем с вами тестировать, буду брать однозначно гель-герметик для восстановления эмали зубов. Очень интересный продукт, на самом деле, цена такая бюджетная. Если он соответствует заявленным функциям, он должен стоить тысячи, а не 199 рублей, да? На линейку TechnoKids будет большая скидочка, на кошку малину, точнее, на TechnoKids не очень большая. А вот на кошку, ну мне кошка малина, девчонки, не нравится, у меня ребенка средства из этой серии вызывали аллергию, поэтому я ее всегда пролистываю. А вот TechnoKids как-то подошла больше. Всегда берем шампунь. Средство, вот это какое-нибудь пену для ванны, используем как жидкое мыло. Девчонки, на складе появились шейкеры. Я тут попризадумалась, а не пора ли немножко схуднуть. Хочу взять какой-нибудь коктейль и шейкер.
Вот прям хочу-хочу. И вы у меня давно просите отзывы, потому что цена не бюджетная, и хочется знать, стоит того или нет. Поэтому я подумаю, но, скорее всего, наверное, возьму. Посмотрим. Посмотрим. Буду делать свои 50 баллов. В линеечке этой же у нас появляются травяные сборы за 199 рублей всего. Смотрите, какие здесь великолепные составы, девчонки. Здесь 21 пакетик. Вот, да? Травяной сбор. 21 пакетик здесь внутри. И прям от всех бед. От всех бед я хочу что-то тоже попробовать попить. Может, защиту желудка, потому что он сейчас тоже у меня страдает страшно. Он у всех сейчас страдает. Далеко маленькое количество людей сейчас питаются вообще правильно, да? Поэтому будем с вами пробовать, будем смотреть, тестить. Постараюсь по максимуму все новиночки взять, конечно, кроме тональных средств. Сковородка пока ведет себя прекрасно. Девочки просили показать ее через 2 месяца. Хотя бы покажу через 2. Ножиточка — полный восторг. Хочу какой-нибудь, может быть, ножичек взять. Посмотрю, подумаю. А, вот эта штука мега удобная. Но я, девчонки, покупала за 600 рублей такую штуку от сети. Нажимаешь на кнопочку, и она все делает от сети. А, практически такая же. За 600 рублей. Поэтому дороговато. Дороговато, конечно, нет. И тем более у меня есть. А, осенние, так сказать, must-have. На закатку банок у нас снова появляются магнит, чтобы крышки из кипятка вытаскивать. Чтобы баночки поднимать и аккуратненько ставить вот такое приспособление. Говорят, удобно. Я банки не закручиваю. Но все, кто пользовался, говорят, удобно. Хотела... Также зеленые тарелки, потому что, ну уж очень нравится мне эта коллекция. Доска разделочная прям зашла вообще на ура просто. Тоже покажу вам ее через какое-то время, как она выглядит. И минажницу, девчонки, тоже хочу. Все хочу. Мне просто безумно нравится этот еще оливковый цвет. Я прям от него балдею. Так, дальше. Порошки пока брать не буду. У меня есть. Буду брать кондиционер. И, скорее всего, не тот, который здесь представлен, а без акции по полной цене, чтобы сделать балл, да? Буду брать свой любимый желтый. Знаете, наконец-то говорят товар по акции, а я говорю, наконец-то товар без акции. Я хочу, потому что этот желтый давно, он все время в акции. Сейчас я найду его. Сейчас мы его найдем. Где-то здесь он был у нас. Вот он, да. С чем он у нас? Кондиционер для белья «Золотая органа». Вот, вот этот мне очень нравится, как пахнет. Прям каким-то парфюмом. Губку вот эту универсальную, девчонки, обожаю. Прям обожаю невозможно. Как она круто убирает с ковра шерсть. У меня 2 кошки, кот и кошка. Это вообще... Я прям не знаю, как я жила до нее, без нее до этого. Я пропылесосила ковер, и потом прохожусь губкой, и все равно море шерсти получается. Еще убираю. Поэтому все, кто пробовал, девчонки, у меня заказывали, прям благодарят тоже. И вам спасибо за рекомендацию. Мне кто-то девочек написал, я попробовала и осталась прям очень-очень довольна. Так, ну здесь у нас школьная коллекция, классные формы, новая коллекция. Я не знаю, девчонки, мы в этом году идем в первый класс, пойдем ли мы в школу, я не знаю, но может быть в этом, может быть в следующем каталоге посмотрю что-нибудь ребенку удобное, какой-нибудь вот типа такого сарафанчик, мне кажется, с вышивкой, очень красиво. В жару водолаз, в жару футболку, когда похолоднее зимой будет водолазочку, и прям красота. Формы школьные у Фаберлик отличного качества, я это знаю. Они просто потрясающие, их все практически хвалят. Я не видела на них ни одного отрицательного отзыва. Поэтому я думаю, что они стоят своих денег, и нужно присмотреться и что-нибудь выбрать себе обязательно. Ну вот, в принципе, и все, девчонки. Если нужно снимать видео в первый день действия каталогов, как буду делать заказ, как буду свои купоны обналичивать, скажем так, то пишите, сделаю. Будет классный подарок в этом каталоге для новичков, просто обалденный. Моя любимая скатка, гидрофильное масло, гель-трансформер, в общем, корейский уход, плюс еще повязочка. Замечательный подарок вообще. Кто не зарегистрирован, девчонки, ссылка под видео всегда для регистрации. Проходите, регистрируйтесь, я с вами сразу свяжусь и буду вашим наставником на протяжении всего пути в Фаберлик. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Всем пока-пока!